Борис Кобзев за рулем почти 40 лет. Несмотря на внушительный опыт вождения, еще до начала календарной зимы переобувает свой автомобиль. Причем не из-за опасения быть оштрафованным. Я перебиваюсь не из-за штрафов, а для того, чтобы не допускать опасную ситуацию на дороге. И перебываюсь намного раньше, где-то за 2 недели до 1 декабря. Даю совет, что перебываться нужно все 4 колеса и своевременно. С начала декабря вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Из нормативного акта следует, что летом запрещается использовать только шипованную резину, а с начала декабря по конец февраля разрешается передвигаться только на зимней резине. Что бы я посоветовал? В первую очередь, в настоящее время необходимо переобуть шины, одеть зимний вариант. И многие водители, я отмечаю, и это видно со стороны, уже это сделали и готовы к зиме. Инспекторы управления ГИБДД города Самара регулярно выходят в профилактические рейды. Сотрудники полиции напоминают водителям о необходимости переобуться. Знаете, да, что с 1 декабря водители транспортных средств должны переобуваться на зимнюю резину? Да. У вас все в порядке, успели? Все 4 колеса переобулись. Все, счастливого пути. Хорошего дня. До свидания. По новым правилам водитель обязан заменить все 4 колеса, а не ограничиваться полумерами. На переднюю ось ставить зимнюю резину, на заднюю оставлять летнюю. Это чревато аварийными ситуациями. Ну, чаще всего вот та ось, которая у нас летняя, ну, задняя, да, в нашем, наверное, случае, это всегда скольжение задней оси, в простонародье это называется занос. Вот, соответственно, с этим заносом, который эволюционирует во вращение, водителю предстоит бороться. Он будет неожиданный, он будет очень интенсивный, поэтому большинство водителей редко с ним готовы бороться. Валерий Скорняков наглядно демонстрирует, что может произойти с автомобилем в случае, если водитель поменял только 2 колеса. С правой стороны у нас скользко, слева у нас достаточно устойчивое покрытие. То есть все эти заносы молниеносно развиваются в фазу вращения. Мы не успеваем отреагировать на это, на все. По новым правилам сотрудники госавтоинспекции вправе прибегнуть к административному наказанию. Размер штрафа для непереобувшихся составляет 500 рублей. Но пока главная задача полицейских – напоминать водителям об изменениях в регламенте Таможенного союза и необходимости их соблюдать. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.